Что еще говоришь? Что говоришь, можно? 50 рублей хочу айфон купить. Айфон за 50 рублей? Да. Вот за эти? Да. А сколько тебе айфонов надо купить? Не один, 4S. 4S хочешь? Да. А это много даешь? 50 рублей это много? Нет, не много. Но думаешь, это хорошая цена, да? Да. А ты еще что-нибудь хочешь? Нет, не хочу. Только айфон 4S. А за сколько рублей хочешь купить? За 50. Айфон 4S за 50 рублей, да? Да? Два лучше. А где у тебя деньги? Вот 50. Вот за эти деньги ты хочешь купить это? Да. Лучше не буду покупать. Не будешь? Нет, а можно за это купить? Знаешь что? Кошелек. Что? А айфон не хочешь, да? А кошелек можно за это купить? А какой? Кожаный хочешь? Да, с зажимом. С зажимом? Да. А что такое зажим? Зажим. А, зажим? Да, это такой держатель. А у тебя кожа какая хочешь? Из крокодила? Нет, искусственную. Искусственную? Да. Но у нас кошельков нет, к сожалению. Со зажимом мне нужно. Нет, кошельков нет, у нас только айфоны. А где кошельки продаются с зажимом? Кошельки продаются в Евросети. А где в Евросети? А хлеб за сколько купил, лепешки? Лепешки за 50. За 50? Да. И айфон хочешь за 50 тоже? Да. Лучше два айфона. А, два айфона хочешь за 50 рублей? Да. Блин. Я бы тоже купил бы за такую стоимость. Хочу айфоны купить. За 50 рублей? Да. Сколько штук тебе надо? Две. Два айфона за 50 рублей? Да, белый и черный. Белый и черный? Да. Ты будешь с двумя айфонами ходить? Да. А зачем тебе два айфона? Это у меня будет запасной айфон. Запасной? Да. Это на случай какой? Когда поломается этот. Сразу другой возьмешь, да? Хорошо. Новыми айфонами. Ну, у нас они чуть-чуть подороже стоят. Почему подороже? Не знаю. 50 рублей это слишком мало. Много. Много? Да. Я тебе еще сдачу должен буду, да, дать? Да. Сколько? 3000. 3000 сдачи еще? Больше ничего. Да? Да, айфон. Я тоже хочу айфон. Дай мне айфон. Сколько штук тебе дать? Две штуки. Две штуки? А три можешь дать тебе? Можешь три? Три штуки дай. Ну, сейчас это, они подорожали, столько не стоит. А можно лучше кошелек сходить купить с зажимом? Сходи. А где они продаются? В Евросети. А где в Евросети? Там, вот вон там. Здравствуйте. Как зовут? Нормально.